Привет, ребятки, с вами Лекс, и мы продолжаем играть в Far Lone Sail. В прошлый раз мы включили себе радио, отъехали подальше, и радио, ребят, перестало работать. Представьте себе такое. То есть вышка далеко оказалась от нас. Так, посмотрим, что там дальше. Вроде бы ничего нету. Давай-ка восполним свой бак. Берем бочечку. Я так понимаю, сейчас полностью восполнится. Ну да, полностью. И погнали. Погнали дальше. Жалко, что радио не работает. А, подожди-ка, у нас же еще и этот есть. А если я и то, и двигатель включу, и паруса еще выставлю, то мы, наверное, со скоростью света, да, будем? Фигарить. Должны же, со скоростью света прям. И то, и все. А двигатель-то просто улетает никуда. Ты посмотри, сколько энергии используется. Офигеть. Давай-ка, наверное, отменим. Двигатель пускай не работает, а вот как раз-таки эта штука. Паруса пускай будет выставлен. Смотри-ка, здесь электростанции есть. Ветряные мельницы. А для чего они генерируют энергию? Ну, мы с вами видели, в принципе, то, что фонарики какие-то горели. Мы с вами сделали выводы, то, что эти фонарики, скорее всего, тоже от чего-то питаются, или, значит, электричество есть. Значит, электричество есть. И в итоге, смотрите, здесь поля какие-то. Ну, ветряные мельницы работают. Для кого? Для меня? О, смотри, как ярко становится. Наконец-таки утро. Домики всякие. Ну, прям... О, нифига! Як! Это ж як, правильно? Или кто это? А, подожди. Стой. Куда ты? Надо догнать их, я не хочу их сбивать. Идите отсюда, яки, а то я вас собью случайно еще. Подожди-ка, там что-то есть? Смотри-ка, что-то я нашел. Не, я их отгоню, ребят. Не хочу, я, а то я собью их еще на этой штуке. Зачем мне это надо? Идите отсюда. Кыш. Да, еще сбивать яков, блин. Сейчас бы пришлось. Ладно. Я что-то подобрал, я даже не вижу, что. Давай-ка приблизим. Это опять чемоданчик очередной. Кто чемоданы оставляет здесь на пути? Понятия не имею. Постоянно, главное, кто-то оставляет их. Бэнк. Поднимаемся. Еще один чемоданчик кладем. Вот я застрял. Кладем к остальным чемоданчикам, которые мы нашли. Бэнк. Но надеюсь, никого не собью, на самом деле. Так, ну я всех отогнал. Так что вроде бы должно все нормально пройти. Зря бочку потратил, мне кажется. Мне кажется, зря. Можно было просто так доехать. Просто весь бак, всю энергию, которую можно было использовать потом. Я только что использовал. Даже учитывая то, что скорость не особо-то сильно прибавилась. Одновременно вот эти две штуки, когда запускаешь. И движок, и паруса. Опана. The Blue Isles. Голубые берега. Начни сначала. Ну или свежее начало. Прикольно. Здесь типа какой-то специальный остров, да, я так понимаю? Так, в эту штуку мы не врежемся, не врежемся. Это специальный остров, на котором, типа, пытались что-то начать сначала. Но чё? Пока непонятно. Ну, прикольно. Прикольно выглядит. Но, заметь. Господи. Я испугался. Я просто только сейчас понял, что у меня, оказывается... Так. Давай-ка убирать паруса, а то они сейчас сломаются. Да, они сломались. Только сейчас понял, что у меня джойстик был подключен, и он вибрировал в этот момент. Так, ставить ли на паузу, ставить ли на этот, на стоп-кран? Зачем, да, пускай
едет немножко. Так. Какая-то коробка. Давай-ка сюда ее. Блин, а вдруг она мне понадобится? Так, а что делать-то надо? Или я пробить должен? Давай попробуем пробить, окей. Пробивай! А, не, подожди-ка, он заезжает на эту... А, это кнопка. Это кнопка была. Все, кнопка сработала. Не, давайте этот чемоданчик, ящичек с собой возьмем. Мало ли, нам нужно будет энергию какую-то активировать. Хотя фиг знает, стоит ли. Ладно, нажимай на кнопку, что произойдет. Опа-на, нифига себе. Ничего себе. Что вообще происходит? Вот это да. Это лифт. Музыка начала играть, кстати, у меня в этом. На радио моем приемнике. Хопа. Слышите? Круто! Это ставим сюда. Запрыгиваем, выпрыгиваем здесь. Подожди. Там какая-то штука непонятная сверху. Что она делает, кстати, непонятно. Здесь можно прицепить. Давай попробуем эту штуку к этой штуке прицепить. И что произойдет, правда, я не понимаю. А здесь сейчас поедем. Подожди, здесь что-то есть? Что это такое? Ощущение, как будто динамит какой-то. Не знаю, что это такое, либо книги, да? Да, это на книги больше похоже. Так, книги складываем к себе. Или я могу подняться все-таки? Да, я по-любому могу подняться, я понял. Я могу подняться. Коробочку тоже к себе. Только нужно немножко отодвинуть эту штуку. Давай-ка берем. Хопа. Сюда. Хотя, может быть, не могу. Ну, попробуем хотя бы. А, эта штука тоже, видишь, она вся. Нифига себе. Может быть, я ее до конца должен довести? Я просто не понимаю, что это там за фигня такая сверху. Что вот она будет давать? А, здесь кнопка же есть. А чё? А ну, кнопка нас подняла сюда. Давай-ка попробуем взять сюда, опять-таки. И до максимума её. Ну, куда только можно. Хотя, может быть, просто двигатель включить. Давай попробуем.
Ну вот, она идеально встает. А, ну сейчас можно опустить. Все правильно я сделал. Просто я думал, может быть, как-то нужно ее отпустить в этот. А, так это... Господи. О, нифига себе, она присоединилась? А что это такое интересно? Давай проверим. Коробку сейчас скидываю сюда. Заполняем. Это пылесос! Нифига себе. Блин, прикольно. Пылесос, да? Это, то есть я могу некоторые объекты поднимать сам пылесосом, да? Не спускаясь туда. Наверное, так это работает. Так, можно починить, кстати, вот эту конструкцию. Которую мы сломали. Случайным образом. Готово. Ну и погнали. Вперед дальше. Какой-то пылесос у нас появился. Надо будет его проверить обязательно. Ой, там коробка. Вот. Смотри, коробка. Включаем пылесос. Наверное, рано, да? Сейчас. Засосет коробку, интересно. Да, засосало. Прикол. Прикол. Еще какая-то штука залетела. А я ее не вижу даже. Мы скатываемся, видишь? Ладно, давай-ка эту штуку сбросим. Там еще какая-то фигня лежит. А, мы сейчас все равно остановимся, в принципе. Давай-ка сами сбегаем. Хопа. Че это такое? Опять книги или что? Коробка какая-то непонятная. Но игра красиво сделана. Игра мне нравится в этом плане. Радио все, опять сломалось. Она, видимо, только на станциях определенных работает, где есть возможность ловить. На дальнем расстоянии. Так, окей. Что там дальше? Ничего не видно? Ветра нету, если что. Только движок может сработать. Ну, там еще какая-то фигня. Берем, нажимаем на пылесос. Ну, только своевременно нужно нажимать. Вот сейчас, например. Смотри, что там такое. Пылесос включен, если что. Это активируем, это у нас топливо кончается. Опа. Какая-то канистра прям. Наверное, супер крутая. Блин, наверное, много всего вкусного есть. Топливо на все тратится, если вы не поняли. Что бы вы ни делали, на все это тратится топливо. То есть пылесос включаешь, тратится топливо. Давай-ка тогда канистру эту сюда. Это сюда. Эту подвесим. Включаем опять-таки эту штуку. На, вот. Это вход, да? Похоже на то. Похоже на вход. Пылесос выключен. Надо будет за этим тоже наблюдать. Открываю вот эту фигню. Запускаю. Опа. Готово. Ой-ой, пылесос, 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 пылесос. Опа. Эту фигню выпускаем.
Там пылесос все работает до сих пор. Вырубаем его. Так, перестали ехать, но это хорошо, потому что нам сейчас нужно вещи положить. Еще один чемодан. Я не знаю, кто столько чемоданов оставляет, притом все одинаковые. Они, видимо, в одном магазине все закупались. И какая-то непонятная опять-таки штука. А, книги опять. Книги. Нифига себе, у меня сколько вещей. Неплохо. Так, запускаем движок. И погнали дальше. Ветра нету до сих пор. Может быть есть, но он максимально слаб. Сейчас такой ветер нас никуда не довезет. Так. А эти мельницы не крутятся. Это какие-то особенные мельницы, да? То есть, если те были ветряные мельницы, связанные с электричеством, с добычей электричества, то здесь совершенно все иначе. Эти не с добычей электричества связаны. А, все, можно выключать движок. Потому что увидеть, что происходит. А, у меня пылесос работает, да, все это время. Движок можно выключать. И ставить паруса, потому что, видите, ветер появился. Пылесос тоже можно выключить. Если он не выключен еще. То я нифига не понимаю здесь. Не, он выключен, все нормально. В принципе, можно зарядить нашего коня. Не, да, давай зарядим, чем паримся. Заряжай. На всякий случай. На будущее. Разруха какая-то просто. Начни все сначала, как говорится, с чистого листа. И тут вон все уничтожено. Я не понимаю, в чем смысл, в чем дело вообще здесь происходит. Но я думаю, что нам расскажут рано или поздно. Там пылесос сейчас нужно будет включать. Я готов. Неужели не хватит силы? Не хватит ветра, чтобы доехать. Давай, 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 ты сможешь, ты сможешь. Во, нормально, нифига, хватило. Включаю пылесос. Так, чемодан еще один. Еще энергия. И что это такое? Стул! Ты прикинь? Ну, стул я сюда поставлю, окей. Так, ну здесь будет остановка, видимо. Вот мы к одной из таких мельниц пришли, видишь? Прикольно. Это забираем опять-таки. Сюда его. Еще один чемодан. Не успею уже, наверное, мельница. Это как называется? Паруса убрать не успею, да? Да, урон получил. Так, здесь еще коробочка. Пылесос, вперед, ты успеешь. Оп, отлично. Не, надо убрать отсюда эту случайно кнопку нажму и все. Так, здесь мы можем забраться поверху. Видите, мельница не дает пройти нам. Опа-на, горшок. Цветок. Цветок, горшок. Это надо к себе. Здесь стул упал почему-то. Так, горшок, цветок пускай будет здесь. Опа. Там моя комната как-никак. Кровать. Должно все по красоте стоять. Тик. Еще коробочка какая-то. Ну ладно, возьму ее с собой. Если что, вернусь с ней. Ну тут, видите, уже давно никого нету в этих мельницах. Мельница не работает. Я не знаю, мы запустить ее должны или что? Так, ворота открыты. Неужели без меня сейчас уедет? Блин. Я как белка в колесе.
Я не знаю, что делать, ребят. Я в колесе. Я заперся. А, нужно было нажать, окей. Пипец! Он сейчас без меня уедет. Эта штука не крутится, если нет полной части. Пипец! А как мне выбраться-то отсюда? Я не понял. А, то есть эта фигня закрылась. Все, понял. Мне, видимо, нужно раскрутить это колесо. Ну, в какую сторону? Без разницы? А, вот в эту. Все, понял. Блин, там без меня машина уехала. Так. Раскручиваем. А, вот оно как было. Тихо, тихо. Все, теперь могу выйти. Не знаю, эта машина куда-то уехала, ребята, далеко-далеко. Я, наверное, сейчас буду 1,5 часа бежать до нее. Не видно даже ее отсюда, нифига. Ураганом. Офигеть, ты смотришь это, ты видишь? Чё за жесть-то такая? Надеюсь, моя-то штука не улетит. Она, в принципе, дофига весит. Она тоже может, кстати, без проблем улететь. Если будет посильнее ураган. Надо уезжать, наверное. Давай попробуем. Едем, едем, едем. Там ураган за мной фигать. Сейчас поставлю эту штуку еще, ветряную. Сейчас будем лететь, как не знаю, как угорелые. Успели пылесос включить? Я обязан. Да, успею. Подвешиваем. Не видно там ничего вроде бы. Ничего нету. Ой, не падаем, коробочка. Американские горки какие-то пошли. Ну ладно, в принципе, неплохо. Справляемся с вами нормально, с этими головоломками, со всеми. Они, в принципе, не такие сложные. Ну круто все это выглядит, пипец. Нифига себе. Блин, как это все красиво сделали. Ну реально красиво, ну посмотри на заднем плане, как это, эта скала выглядит. Она как реально настоящая. Ой-ой-ой, опять забываю сбросить. Ой, прости, прости. Забыл. Забыл сбросить тебя. Там еще что-то загорелось, да? Не, все. Так, ну раз все, нужно починить осталось только и все. Ну, видите, проблема только в основном с этим парусом. Я забываю его сбросить вовремя. Ну, потому что, чтобы его сбросить, нужно подняться, нажать на кнопку, подождать, пока она сбросится. То есть это нужно прям постоянно быть наготове. Смотреть именно за парусом. Так, ну есть коробочки, да? Давай-ка, наверное, одну коробочку вбросим. Оп. Активируем. И давай наверх поднимаемся тогда. Я вроде все починил. Ну, двигатель немножко сломан, но я не думаю, что стоит его чинить. Так, кнопка. Это, видимо, открывает. Нифига, это какой-то бункер или что? Смотри. Вот это да. А, здесь тоже проход открывается. Или нет, не открывается. Откройте проход. Не открывают, смотри. Блин, плохо. Неужели обходить придется? А, нет, открыли, открыли. Смотри, здесь какая-то непонятная штуковина. Я ее толкаю. В принципе, я ее больше ничего с ней не могу сделать, только толкать могу. Звуки-то какие, ух. Мощнейшие. Чё это такое за штуковина? Ой-ой-ой! В смысле? В смысле? Чё происходит? Меня чуть не убило, прикинь. А как я так оказался здесь? Меня аж тпшнуло, походу. Окей, странно получилось. Я даже не знаю, что это такое. Это какая-то подводная лодка. Я только сейчас понял, что это гигантская подводная лодка. Я вот увидел только сейчас полностью масштаб. И понял, что это подводная лодка. Офигеть. Серьезно, блин? Ну, вроде бы ничего не горит у нас. Это уже хорошо. Ой-ой, пылесос. Работаем. Или рано. Ладно, уже включили.
пипец какой-то. Ну это постапокалипсис конкретный. То есть здесь раньше была вода. Это раньше был остров, то есть почему Blue Island. Blue Isles называлось, да? Голубые берега. Потому что здесь был. Были берега, действительно. Здесь был остров. Опа-на. Ребята, приехали. У меня колесо зафигачило. Ой, камон. У меня колеса, половину колесо оторвало. Посмотри-ка. Это как сейчас произошло, я не понимаю. В чем прикол? Нифига себе. Ну, видите, потому что подвески не было. Была бы подвеска. Наверное, выдержала бы подвеска на себе все. Эх, пипец. Ну и что получается? Получается, мы теперь без колеса одного или у нас второе колесо также? Ну, пока неизвестно, не видно отсюда. Ладно, ребят, давайте на этом закончим. Надеюсь, вам понравилось. Если да, обязательно ставьте лайк, пишите в комментариях, не забываем в паблике ВКонтакте. Ссылка есть в описании и шап-канал. Это была игра Far Lone Sail. Спасибо за просмотр. Очень крутейшая игруха. Я ее пройду до конца. Надеюсь, тоже вам тоже нравится. Всем доброго.